Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем мы прохождение игры Rome Total War. Вот македонская экспансия. Так, ну и начинаем, как всегда, с вылазки под Галикарнасом. Уже в который раз. Македонцы здесь нас атакуют. Ой, македонцы... Сельфины нас атакуют. Причем в этот раз мы даже 3 к 2 по коэффициенту силы армии. Ну что, вперед выходим. Так, все, наконец-то мы загрузились. Так, давайте выводим пехоту. Ну и как всегда, стрелков и кавалерий выводим мы через эти ворота, чтобы нам в случае чего атаковать фланги противникам. Так, передвижный скорпион давайте тоже сюда же выводим. Смотрим, что у нас здесь. А здесь селевкиды хотят броситься в атаку на нашу пехоту. То и дело куда-то бегают, отбегают, прибегают. Вот опять отбегают. Я даже не догадываюсь, что мы здесь готовим полный разгром от их группировки. Очередной группировки противника. Ну что, подождем полного выхода нашей армии сначала, потом будем подходить. Тут кавалерия у нас почему-то выбрал, чтобы туда бежать к воротам. Как-то вообще не тупят, непонятно. Мне кажется, здесь даже покороче будет, чем отбегать вот от угла стены. В общем, здесь у нас идет пока перемещение, пока ждем. О, наш пехотинцы даже бежать ты. Некоторым отрядам бежать еще. Итого мы сейчас имеем здесь 3 отряда пока только против противника. Остальные пока еще в городе где там добегают, прибегают. Лишь бы селевкиды сейчас не пошли бы в атаку. А то воспользуются нашей малочисленностью и пойдут в атаку. Так, ну что, давайте кавалерию перебрасываем сюда. Да и, в принципе, передвижный скорпион тоже можно сюда уже перебрасывать. Пока вот так здесь поодаль поставим. И ждем дальнейшего подхода пехоты.
Так, кто у нас здесь в первых рядах? Претарианцы. И второй, это претарианцы тоже здесь. Остальные все сплошь легионеры. Давайте, может быть, их ускорим, чтобы отставшие быстренько подошли. Потому что наш кавалер уже здесь. Я бы даже, знаете, кавалерию сюда к стенам мы сейчас перебросим к нашей пехоте. А то кто его знает, с какой стороны сейчас они атакуют своими катафрактами, чтобы нам успеть оперативно прийти на помощь нашим пехотинцам, если они атакуют нас с фланга. Этих-то мы должны здесь, наиболее серьезный отряд только катафракты. Остальных, я думаю, здесь должны без особых усилий разбить. Можем пока понизить их дух нашими передвижными скорпионами. Подойти, начать их обстреливать. Где у нас еще отряд пехоты? А вон они бегут, никак не добегут. Итак, наши передвижные скорпионы уже атакуют. Там, я думаю, наш фланг таким вот защищен. Давайте наш кавалерий сейчас на этот фланг вот перебрасываем. Отошли они ближе к линии. Мы люди не горды, мы сейчас еще подойдем ближе. Так, первую цель для нашей кавалерии давайте выберем. Как раз они здесь вышли. Ну, бой просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, быстро разворачиваемся. Там катафракт атаковали. Упустил я этот момент немного. Сейчас мы выпрыгнем из положения, все. Не выпускаем их. Бьем до последнего. И все, закончится это так для них полной катастрофой. Так, здесь нам сейчас главное на копейщиков не нарваться. Так, тяжелый пехотинец серебряных щитов, давайте отойдем, их просто так мы не возьмем. И
Этих мы просто так не возьмем, только с фланга или с тыла. Сейчас мы вот так зайдем. И они убегают, быстренько догоняем, догоняем их, бьем как можно больше. А то опять наштампуют ведь. Теперь давайте вот этих вот вылавливаем. Так, этих атакуем давайте с тыла. Теперь уничтожаем. Ну и последний штришок здесь остался. Один отряд уже не выдержал, побежал. Конечно, продолжить битву. Давайте один отряд выделим вот этих догонять. Осталось здесь, в принципе, два отряда, да только не убежавших. Вот этих хочу довольно далеко догонять. Давайте ускоримся. Ускорим все эти события. От нашей кавалерии не уйдешь. Все, покончим с ними.
1696 убили мы врагов. В общем, у нас вспомогательная кавалерия получила вычку, отряд римской кавалерии и два отряда передвижных пионов. Но это явно не последний атак, еще здесь очень много бойцов. А теперь мы уже укрепимся, у нас здесь доделываются претарианцы. Даже еще хотя бы один отряд будет у нас готов следующим ходом. Я так понимаю, мы должны конец хода уже нажимать, наверное, да? Да, завершаем ход. Я хотел бы Итак, у нас битва на мосту. В принципе, враг клюнул на нашу ловушку, так сказать. Буду пытаться они сейчас взять мост. У нас здесь должно быть преимущество. Так, размещаем войска. Здесь, кстати, прямо напротив брод имеется. И здесь, по всей видимости, тоже. Или нет? Какая-то дорога прям что-то... А, это, ну, дорога, хотя бы. Так. В общем-то, распределяем войска пока. Будем здесь пытаться сдержать врага. Кавалерию сюда вот. Передвижных пионов пока куда-нибудь сюда вот перебросим, чтобы они пока не доставали врага. И начинаем битву. Теперь оставляем наши войска здесь вот. Полностью заблокировал все выходы на мост. Точнее, с моста. Так, а у них, интересно, там монах есть, это может быть зря мы так. Так, вот если модель давайте в центр укрепим вот здесь вот. Ох, здесь катарактов-то. Зря мы так, такое построение сделали. Так как сейчас прорвут окружение. Давайте вот так вот эти войска уберем. Сюда вот передвинем наши передвижные пионы. Атаковать с фланга. Здесь лучше укрепим здесь центр. Ну ё-моё, я же не хотел. Ой.
закрепляем здесь центр. Где у них там катафракты-то? И давайте обстреливаем катафрактов. Вот они уже прут. Но, правда, несут потери. О, мы же генералов убили. Блин, стрелять сейчас по этим, если мы будем задевать своих в большинстве случаев. Давайте сюда кавалерию, поможем кавалерии еще. Опять движение с картоном, пускай обстрелить тех, кто на мосту. Так, преследуем вражескую кавалерию. Здесь вот теперь давайте наносим удар. Так, здесь у них подходит уже армия скопейщиков, значит. Пока давайте убираем отсюда стрелков. Для этих подкреплений у нас будет другой немного план. Тут мы сделаем немного по-другому. Сделаем вот так вот. Также укрепляем центр. Чтобы он смог противостоять вражескому натиску. И плюс ведем некоторый отряд на фланге. Ну вы что, сейчас они уже убегут, вы их не преследуете. Так, здесь у нас план будет другой. Пускай они зайдут все на мост, а лучше всего сцепиться с нашей пехотой. Вся вот эта вот рать копейщиков, пускай идут, давайте, давайте. Проходите, проходите. Не задерживаемся. И, кстати, тоже катафрактов пытается прорвать оборону по центру опять.
Держитесь, притрянцы, держитесь. Блин, я так путь, который уже понес потери значительные. Так, блин, я думаю, пора, наверное, уже. Перегоняем сюда передвижные скорпионы. Главное, чтобы они лишь бы через мост не пошли, а то ведь они могут и туда рвануть. Пытаются они прорвать центр. Да, вот я так и знал, что надо за ним следить. Вот же там брод есть, куда же вы пошли-то? Вы что, не видите, где ваш товарищ переходит? Вот давайте тоже сюда теперь. Так, кстати. Кавалерию давайте вернем обратно сюда. То здесь уже начинает прорывать наш строй. Нам нужно здесь блокировать. Хотя, в принципе, они бегут уже. Катафрактов еще 25 осталось, еще более-менее что-то они делают. Теперь, значит, давайте скорпионы сюда вот становитесь. Вот эта толкучка здесь, кстати, нам выгодна очень. Вот там собрался уже убежать. Далеко не убежал. А, отлично. Скорпионы начали уже обстреливать. Давайте ближе так к мосту. Потому что они его проходят. И как-то, как начали получать спину, сразу начали отбегать. Здесь толкучка была, как начали получать удар в спину, сразу начали как-то быстрее пробегать. Если они будут пытаться, походу, через наших солдат пройти. Ну, здесь наш кавалер еще рядом. Далеко и здесь уйти мы все равно им не дадим. С тылу их атакуют наши скорпионы передвижные. Деваться им некуда. Так вот, отлично. Здесь такая масса просто врагов. Давайте к самому краю подходим. Чтоб нам их еще вот здесь обстреливать. И все, под полным обстрелом они оказались. Деваться им отсюда некуда. Тыла, из фланга.
Это больше походит, эта битва уже все больше начинает напоминать избиение. Так, все, кто пытается убежать, здесь будем добивать кавалерии еще. Чтобы мало кому удалось здесь уйти. Отбежать сейчас они будут походу все. Паника уже охватывает их просто. Все. Вся масса помчала. Давайте отбежим, а то сейчас... И скорпионы будут по нам попадать. Да что ж вы шагом-то идете и вообще даже не идете. Отбегайте, а то сейчас по вам наши передвижные скорпионы отработают. Они вон как далеко лупят. Мы их лучше вон там на границе перехватим. Да, в принципе, все, отходите. Сейчас больше только своих убьете. Здесь одна же кавалерия их перехватит, остальных. Только счастливчикам повезет, что они спасутся, смогут уйти из этой битвы. Все, последние остатки здесь остались. Хотя, конечно, мы тоже понесли немалые потери, особенно вот некоторые отряды по 47 осталось патрианцев. Да, небольшую часть удалось прорваться. Две с половиной тысячи, как с куста. Снова осадили Галикарнас, Евки, тут я, кстати, действительно не понимаю это тут упорство. Даже Сарда не атакует, это именно по Галикарнасу удар наносит. На Сарда как-то пофигу, вообще забили на них. Как-то упорно хотят взять Галикарнас. Наши товарищи Селевкиды. Начинаем с набора, как всегда. Так.
по всем городам пробежим сейчас, где у нас идут наймы. Садись, давай все равно нам будем армию потихоньку набирать, потому что все равно нам там будут нужны потом солдаты. В Ювалом сейчас стрелков доделаем и пойдем на бритов. Доукомплектуем нашу армию, пытаемся взять последний бритский город. Если, конечно, это нам удастся. Так, в Пергаме еще отряд претарианцев. Насколько уже? 4 отряд претарианцев. Будем уже пятый сейчас делать. Практически мы здесь половину уже сделали претарианцев. Переформатировали войск. Так. В Галикарнасе еще набираем претарианцев отряд. Здесь, ладно, нужно будет вылазку делать. У нас здесь уже 3 отряда претарианцев, так что мы здесь себя чувствуем уже намного устойчивее, чем был раньше. И то побеждали. Сейчас уже и подавно победим, я думаю. Селевкиды каким-то нескончаемым потоком все гонят против нас свое пушечное мясо. Так, ну мансут я не знаю. Может быть, нам если не набирать вообще. Так, нафиг нам здесь нужны. Давайте немного строительством займемся. Милоцени армейские казармы. В Каринфе строим осадный инженер. Так, в Лимонами стрельбище. В Байкоре давайте храм Марса поставим. Так, в Ореце у нас последняя постройка строится. В Римине. А, в Римине у нас еще не закончено строительство. В Потаве давайте храм достроим все-таки. Храм Марса доведем до пантеона. Так, Байкорик заблочен агент. Бритский. Наши фракции самые развитые, сенат распределил должности, так, итоги периода, у нас пока плюсик, ну и традиции Галикарнаса в осаде, уже в осаде 10, наверное, так, ладно, сейчас мы здесь в Байкоре переобучим этот армию еще для верности, и попрем вот тремя вот этими вот войсками, тремя армиями. На захват Сагунта. В Паланте давайте хамах тоже поставим. Ох ты, как фагиняне куда-то на Нумансу, не на Нумансу или нацеливаются. Лучше там мы пока здесь поделаем солдат, то мало ли что. Так, Дева как-то странно у нас
Посинело. А, ну потому что, видимо, идет дело к расширению города уже почти 2000. Так, тут пока ничего интересного у нас нету. Здесь мы осаждаем македонский Сингидун. Македонянин пытается, видимо, здесь оказать ему какую-то посильную помощь. Так, тут ему по-любому надо переходить мост. Блин, вот этой армии на мосту, конечно, стоять. Вот этих, может быть, мы их забьем, а вот это что у них здесь за войска? Хотя, в принципе, не такие уж и мощные. Давайте, может быть, встанем на мост. А, они здесь еще с тыла атакуют. Ладно, пока не будем. Так, ну что тут у нас? Каринф немножко еще осталось. Блин, скорее бы нам, чтобы здесь хоть Ипс захватить, хоть дальше продвигаться. А то что-то... Селевкиды здесь уже тучами вводят свои отряды. Как сранча. Здесь очень много. Так, ну что здесь у нас в Египте? В общем-то, Паритоний в осаде, еще 7 ходов. Надежда на блокаду эту гарнизон пока не видно. И давайте, наверное, осаждаем Александрию. Хода не хватает, блин. Нужно нам ее в ближайшее время взять. Холодись. Не такая уж серьезная армия. Здесь одни катафракты, что ли? Она здесь, кстати, не очень-то и мощный против катафрактов. Так, в Кирене сделал я еще одного агента. Давайте его, наверное, сюда вот сейчас посмотрим. Западнее и юго-западнее Сивы, что у нас происходит. Хотя, в принципе, пока нам это местность не особо интересно. Пока нас здесь больше интересует. Город Рапса. Да, здесь, конечно, в районе Ипс еще долговато ждать, конечно, пока наши войска сделаются. Ну, Галикарнас мы на следующем ходу в очередной раз доблокируем. О, ну, кстати, римская кавалерия здесь получила уже серебряную лычку. Ну что, на этом заканчиваем нашу серию. Всем пока, всем до новых встреч.